Мы приехали куда-то. А это первый чугунный мост. Вот. В мире. Обалдеть. А он пешеходный, да? Да. Ясно. А я даже не знаю. Надо будет посмотреть, где мы находимся. Наташа и Арак привезли нас с Ирой. Чудесное место. Речка. Самая длинная в Англии. Севен, кажется, как-то. А как речка называется? Север? Самая длинная. Ну вот. Погода чудненькая. 14. Сегодня какое? 14 октября, да? Ира? 14 октября. Ясно. Домики какие классненькие. Яблочки. Прелесть. Чудненький мостик. Первый в мире из чугуна сделанный. Вначале отлили, потом по кусочкам собрали, по деталькам. Вот. А год написан римскими цифрами. Я так сразу даже не пойму, какой год. Так что римские цифры тоже надо знать. Да, римские цифры актуально знать. А, чудесная речка. Рыбу тут ловить. Тихо, хорошо. А мы как мы на этот мост поднимемся? Может, по этой лестнице? Так пошли тогда. Наверх поднимемся. Ну какой? Первый в мире чугунный мост. Что-то открыто, что-то закрыто. Пандемия продолжается. Речка. Здесь рыбы ловят, рыбаки. Я видел двух. Ну что, прогуляемся по первому в мире чугунному мосту. Что там, Ире? Снять табличку. О, ну вот. О, какая речка. Люди fish and chips едят. Национальная английская трагедия. Класс. Конечно. О, неси меня, река. Вот она, память делают. А я снимаю видео. О, хаос какой-то, да. Что там за хаос? Там аббатство какое-нибудь. Нету здесь аббатства. Разрушили все. При Генрихе VIII.
Вот это Северн. Самая длинная река в Англии. Северн. Ну что ж, прошлись. Хорошо. Погода нам подыгрывает. Это радость. Прейскурант цен для проезда и прохода по мосту в конце 18 века. Вон там тоже разные эти магнитики. И разные коты. Вот где мы находимся. Южный Телфорд-Вэй. Тут. Куда ты, дорожка, меня привела? Какой интересный мостик. Гуляем. Ну вот, на другой стороне мы реки. Вот завод, где мишек плюшевых делают, Теди. Здесь производство чугуна раньше было. Это, кстати, вот эти вот, вон там стояли, на них смотрели. Так ты паровоз ходил? Что ты хочешь? Паровоз ходил. Металл и шлак сюда грузили. Это уже перерос все. Интересно. Да, переросшие птята. Переросшие. Нет, это опята.